Привет всем любителям детективов. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Я знаю твои секреты 2». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Нина обладает уникальными знаниями. Она тщательно проверяет людей и бесконтактно устанавливает наличие лжи в их поступках и словах. Инвестор Царев тайно заключил с ней эксклюзивный договор. Ей необходимо проверить личность одного гражданина, имеющего интерес к делам клиента. Компания Дмитрия разрабатывает и внедряет в жизнь основы искусственного интеллекта. Руководству важно знать все о своих подчиненных и контрагентах. Верификатор проводит детекцию обмана и предлагает свои выводы заказчику. Они неутешительны для бизнесмена и подтверждают отсутствие правды в действиях проверяемого. Вскоре уважаемого господина находят мертвым, а Нина постоянно мучается от ощущения вины перед покойником. Она опасается, что ее профессиональное заключение могло навести убийц на жертву, ведь и опытный оперативник Скворцов сомневается в версии самоубийства. Сотрудник уголовного розыска приходит к пониманию, эпизод с насильственной смертью Царева является одним из преступлений в серии умышленных убийств. Вместе с Лучниковой они пытаются определить связь погибших, что поможет выйти на злодеев. Актеры – Агата Муцениеца, Михаил Пшеничный, Алена Яковлева, Владислав Ветров и другие.